Чтобы вкусную клубнику летом есть, грядки нужно с весны обрабатывать. Тогда и урожай будет отменный. Поэтому с клубничных кустов убираем все прошлогодние старые жухлые тухлые листочки. И не забываем грядочку прополоть и убрать все растительные остатки, потому что в них прячутся вредители и патогенная микрофлора. Ну а также кустики-то еще и прорыхлить надо, чтобы был доступ кислорода к корням. Но если у вас клубника на укрывном материале либо слой мульчи, рыхлить не надо. И самая моя секретная обработка, которая убивает сразу двух зайцев, и азотная подкормка, и от вредителей, это 2 столовые ложки нашатыря на 10 литров, и все обильно проливаем из расчета 1 лейка на 1 квадратный метр. Прям пролейте, не жалея. И тогда можете смело готовить ведра и тазы для сбора вкусной сладкой ароматной клубнички.